Книга «Плач Иеремии», глава 1. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал, как вдова. Великий между народами, князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от дочери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему, неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился». Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих, как вточили истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность.
Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома — как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты сделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне! Да предстанет пред лицо твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает.